Покупай ключи и аккаунты в магазине «Механика». Быстро, четко и с гарантией. Ссылочка в описании. Здорово всем, пацаны, с вами «Механик». Сегодня у нас City Car Driving и сегодня будни перекупа. Позвонил сейчас на площадочку. Короче, у них появилась Bentley Bentayga. В непонятном там состоянии, походу вообще ушатанная, просто в хлам. Сейчас поедем, посмотрим, что она. Они просят за нее 800. Так, что, светофор не работает, что ли? На крузаке сейчас двигаюсь. Нормально, в общем, надо сейчас быстренько доехать, посмотреть вообще, что там за машина такая. Как она? Просто не представляю, она 14 лямов новая стоит. Ну, фиг с ней, она бэушка. То есть, ну, пускай там 10-8, но они просят за нее 800 тысяч. Это очень странно, надо просто посмотреть. Мне самому даже интересно, что это, как. Так, вот она, площадка, как мне здесь заехать-то? Ага, так, вот где-то здесь она будет стоять. Ладно, сейчас я ее найду тогда. Сейчас поищу, позвоню им, найду Bentayga, посмотрим. Ну что, достаточно быстро я машину нашел. Вот такая вот она. Издалека-то выглядит вообще очень сочно. Цвет такой какой-то прям Crazy Color Edition. Но, блин, она просто вся битая, перебитая. Тут даже без толщинометра видно, что... Посмотрите вот на эти переливы краски. Вот на дверях очень сильно видно. Здесь вот в тени не особо заметно. Даже вот здесь видно вот эту лесенку. На дверях она реально... Она просто вся убитая. Она вся слеплена просто из шпаклевки. Она убитая просто в хлам. Но цена, конечно, просто космос. Я не знаю, тут надо еще салон посмотреть, что там по салону. Господи, салон драли собаки просто. Вы посмотрите, что здесь с салоном творится, а? Ее химчистить, не перехимчистить. Это ужас, конечно. Да, тут все вроде элитно, все... В алькантаре, в коже, в дереве, но, блин, все ободранное, все засранное какое-то. Черт, я не знаю, что делать. 800 тысяч. У нее рыночная цена вот за этот год, какого она, 15-го года получается, у нее рыночная цена 8-9 лямов. 8-9 лямов. Здесь они за 800 даже торганут, мне кажется, еще. Может, за 700 даже отдадут, потому что, ну, она вся, она просто ушлайка какая-то. Я думаю, надо проехать на ней. Надо прокатиться, понять вообще, как она себя ведет. Что она может ехать, не может. Так-то с виду издалека, может быть, полирануть ее, натереть. Может, она и не так плохо будет выглядеть, не настолько криво. Но хотя двери, мне кажется, надо перекрашивать все-таки. Ладно, давайте заведем ее. Ох, вот эта вибрация на движке. Обалдеть. Когда заводишь, вот... Просто все трясется. Дребезжит аж все. Так, ну-ка. Фары работают. Что по электрике у нас? Так, чек горит на приборке. Ну, понятно. Как обычно, короче. Ну, вроде ничего. Вроде двиган работает. Камера заднего вида начинает работать, как только... Да, смотрите. Да, камера заднего вида работает, прикольно. Но это такое прям небольшое, так сказать, небольшое утешение, учитывая все состояние машины. Ох, а едет-то здраво. Едет очень приятно. Ну давай, проезжай, у тебя же главное. Ну что ты встал-то? Ну ладно, не хочешь? Ох, нифига, вот это вдавливает в кресло. Вот это нифига себе. Даже вот так я, наверное, подрегулирую сиденье. Электрорегулировки работают. Так. Отлично, кстати. Неплохо едет. Ядрить. Чуть не вмазался, блин. Она, мне кажется, рассыпется вся, если что-то. Так, датчик ремня не работает, что ли, или что? Да, пристегиваюсь, не пристегиваюсь, он все равно горит. Так. Ну-ка. Так, а фары у нас есть? Фары должны быть.
Где фары включаются? Вот это, что ли, фары? Так. Что-то не работает нифига фары. Фары, фанфары не работают. Ну ладно. Это мелочь. Это все мелочь, но едет... Едет вроде неплохо, по ходовке вроде нормально, чуть там гремыхает. Но здесь просто дороги хорошие, здесь особо непонятно. Разгоняется здраво. С разгоном нет проблем. Не знаю, что делать. Цена очень сладкая за такую машину. Ах, и хочется, и колется, блин, она, конечно, классная. Но знаю, что с ней было. То есть сам на ней ездить уж точно не будешь, только на продажу ее брать. На продажу непонятно, насколько она будет долго продаваться. Если поставить слишком низкий ценник, у всех будет сразу подозрение. Но с другой стороны, какие-нибудь молодые понторезы, мне кажется, даже если прям ее тоже дешево продавать, ну за 2 она должна уходить. Если сейчас забрать за 800 у пацанов, у перекупов, может даже торгануть получится до 700. Тормозов практически нет. Тормоза очень тухлые. Очень тухлые тормоза. Вообще ужас. Так, ладно. Надо тогда ехать. Блин, ну я бы на подъемник еще поднять. Непонятки там с номерами, если честно. Потому что такое ощущение, как будто номера перебиты. Цифры немного отличаются, но едет очень хорошо. Именно по ускорению, но она прям вот, она все, она полетела просто. Шумы, конечно, жесткие какие-то раздаются при ускорении. Есть вот это дело. Но... Блин, но едет, конечно, да, она хорошо едет. С тормозами надо что-то решать. Тормозов просто нету. Где она стояла-то? Так, где-то, по-моему, здесь она стояла. Или там дальше. А, она в первом ряду стояла. Сейчас туда тогда сразу паркану ее, где была. Ну что, надо брать. Надо брать. Такое предложение бывает раз в жизни. Надо не упустить момент. Ну, в принципе, ничего. Да, чуть-чуть побрякивает тут на кочках. Но не сильно. Фух. Ну-ка. Что там? Как она назад-то паркуется? Оп! В зеркало видно, а на камере не видно. Чё, обманка, что ли? Нифига себе. Вот это да. Вот это, вот и камера вам. Чуть не вмазал в шевика. Так, ну-ка, чё там? Уже близко, да? То есть она здоровая ещё получается. Ну вот, прям совсем близенько поставил. Ну, короче, надо брать, походу, машину. Такая вот она интересная бентяга. За 700 тысяч, если сторгую, то, короче, надо забирать ее, пацаны. Надо забирать бентягу. Если заберу, тогда в следующей серии будет подготовка. Подготовка к продаже. Предпродажная вот эта самая подготовка. Посмотрим, что там. Ой, здесь еще диск кривой просто. Посмотрите, кривой какой диск. Двадцатка кривая. Ну ладно, с диском что-нибудь придумаем. В любом случае, можно будет его, наверное, заварить, подкрасить. Ладно, цена очень сладкая, надо, короче, брать. Все, забираю я ее. В следующей серии будет подготовка, и попробуем ее продать. Подороже, естественно. Ну а на этом все. Если понравилось, то лайк с тебя. Скорее подписывайся на канал, и всем пока.